10, 11, 12, 13, 14, 15. Отжимание, пожалуй, одно из самых распространенных и эффективных упражнений. Его популярность очевидна, ведь благодаря отжиманиям можно быстро достичь хороших результатов. Здравствуйте, это программа «Физкульт-марафон». С вами наш эксперт Алексей Малышев и я, Юлия Аверина. Алексей, у отжиманий есть много-много плюсов, а минусы имеются? Отжимание очень полезное упражнение. Минусы может касаться только того, что организм не размят. Соответственно, для любого упражнения необходимо делать разминку. Обязательно нужно размять мышцы спины, обязательно нужно размять мышцы плеч. Ну что же, Алексей, предлагаю перейти от слов к делу и начать отжиматься. Поехали. Поехали. Опускаемся в упор лежа. Классическая постановка рук – это ладошки параллельно друг другу, руки на ширине плеч. Спина прямая, встаем на носки и сгибаем руки. Раз, два. Если вы новичок, можно это упражнение делать с колен, это будет немножко полегче, а также можно перейти в другую плоскость, например, отжиматься от стены. Вот, пожалуйста, стены-то и стоит начать, наверное, правда? Так точно. Если раньше не отжимался. Для новичков, да, это самое подходящее упражнение. Ну, от стены, честно говоря, уж больно легко, и возникает ощущение, а есть ли эффективность от всего этого? Эффективность, несомненно, есть. Это упражнение, так сказать, подводящее. То есть, чтобы понять технику упражнения, надо начинать с этого упражнения, то есть с отжимания от стены. В дальнейшем уже можно продолжать отжиманиями с колен. И уже более продвинутые спортсмены могут отжиматься в полном объеме. Ух ты. Что, тяжело? Тяжело. Можно облегчить это упражнение. Делать отжимания от скамейки. Также руки на ширине плеч. Сгибаем руки. Это примерно в два раза легче. Что касается подходов, то с какого количества раз можно начинать? Начинающим не стоит переусердствовать, можно начинать с трех подходов, от 10 повторений. Если мы уже взялись за отжимания, то мы их делаем каждый день, увеличивая нагрузку, или все же отдыхать тоже надо? Каждый день не нужно, необходимо отдохнуть хотя бы один день. Мышцы восстановятся, и упражнение будет делать легче. Количество повторений увеличивается от самочувствия. Если вы чувствуете, что можете больше, значит делайте. Раз. Два. Раз. Два. Ой, что с дыханием, Алексей? Мне просто вообще дышать не могла даже. Да, дышать необходимо. На максимальное усилие делается выдох. То есть во время подъема мы выдыхаем, во время спуска мы вдыхаем. Ну что же, отжимайтесь в удовольствие. Будьте крепкими и здоровыми. С вами были Алексей Малышев и Юлия Аверина. Встретимся через неделю.